Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. Совместные усилия направлены на последовательную реализацию утвержденного. 面对变乱交织的国际形势和外部环境，双方要继续秉持世代友好的初心，坚守造福人民的恒心，不断涵养中俄关系的独特价值。 挖掘两国合作的内生动力，为维护两国正当权益、捍卫国际关系基本准则，做出努力。命运共同体，谢谢。